13 школы, мы заебались топать сюда. А вон там турники, мы сейчас, короче. Мы сейчас отдохнем с Армана. Блять, здесь жара, блядь, ебать. Градусов 40. Ну, казак нам напиздил, что здесь все заебись. Будем посмотреть. Будем посмотреть. Нихуя себе сколько брусьев! Нихуя себе сколько брусьев! Мне кажется, чутка тут все гнилое. Почему чутка, ебать? Тут все гнилое. Я как будто в сталку переселился. Тут, короче, можно в баскетбол поиграть. Ну, кольца нет, но главное попасть. Вон те кривые брусья. Ебать, турники пиздец. Не, брусья, конечно, пиздатые, но они на солнце так нагреются, что там пиздец будет. Так, еще турники. Ну, в принципе, блядь. В принципе, тут хуйня, короче, какая-то. О, турник. Блять, оса! Блять, оса! Хуяво. Так, да хуяос. У них здесь улей. Здесь хуёвые турники, пацаны. Пиздец здесь ос. Площадка говно. Как ощущения? Пошли они нахуй, эти ощущения. Пиздец, если пока на эту лесику заберешься, мы уже заебались. Мы же больше на ногах, ой, на руках, чем на ногах. Пиздец. Пора уже включать передний привод. Но что я скажу, в этом говнопугачеве, блять, ну нету ни одной нормальной площадки, ну ёбан. Ёб твою мать. Вырежите потом, запилите мне.